Книга «Открытым оком», том 7. Тема «Природа». Вопрос 1923. Где ограничитель сна? Сколько положено спать человеку, 7 или 8 часов в сутки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это уж слишком шикарно, треть жизни в постели. Здесь нужно прислушаться к тем, кто боролся со сном и держался на ногах. Для Израиля была одна ночь в году, когда они обязаны были быть на ногах, бодрствовать всю ночь, в память выхода из Египта – Пасха. А для христиан об этом и говорить не нужно, потому что если ты совершил эту Пасху, вышел через жертву Христа из плена дьявола, то и ночь бдения тебе на всю жизнь – ночь радостной молитвы. Исход 12:42. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израиля, в роды их. 2 Коринфянам 6:5. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. 2 Коринфянам 11:27. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Арсений Великий, 8 мая. День памяти. Он часто говаривал своим ученикам своим, иноку должно предаваться сну лишь на один час. Накануне каждого воскресного дня он становился еще с вечера в субботу на молитву, подняв руки кверху. Становился же он к солнцу спиною и так стоял до тех пор, пока солнце на утро следующего дня не начинало светить ему в лицо.